Скончалась вдова Евгения Леонова. Ванда Леонова скончалась на 86-м году жизни. О причинах смерти родственники и друзья актрисы пока не сообщают. Ванда Леонова была актрисой театра «Линком» на протяжении многих десятилетий. Именно поэтому первыми новость о смерти артистки сообщили ее бывшие коллеги. Она отдала театру почти полвека, участвовала в выпуске многих знаменитых ленкомовских спектаклей. Коллеги неизменно отмечали ее профессионализм, доброжелательность, энергию. Она была одной из старейших сотрудниц театра. Выражаем соболезнования Андрею Леонову, родным и близким Ванды Владимировны. Говорится в официальном сообщении на сайте культурного учреждения. Напомним, что актриса познакомилась с Евгением Леоновым после его выступления с одним из спектаклей. Между артистами сразу возникли чувства, и вскоре Леонов пригласил избранницу в Москву. Родители легенды советского кино одобрили его выбор, и в 1957 году влюбленные поженились. Спустя пару лет на свет появился единственный наследник пары – сын Андрей. Евгений Павлович и Ванда Владимировна были женаты более 35 лет, до самой смерти Леонова.